КНАУФ – это комплексные решения для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Этот год порадует всех новоуренгойских любителей мини-футбола. Команда «Имау» теперь играет в Суперлиге. Сменился главный тренер клуба, им стал Вадим Яшин, пришедший к нам из Екатеринбурга. Существенно изменился и состав игроков. Упор был сделан на максимальное усиление команды, чтобы уровень соответствовал. А цель старший наставник ставит простую – закрепиться в высшем дивизионе. Хочется пойти выше, чтобы все-таки у нас в сезоне была не одна, не две победы. А быть равноправным членом Суперлиги, чтобы с нами считались, чтобы мы как-то регулярно набирали очки. Игра на нашем поле началась не совсем удачно, несмотря на такую поддержку фанатов. Ямальцам практически с первой минуты пришлось обороняться. Но и это не спасло. Счет открыли гости. В середине первого тайма северяне смогли сравнять счет, чем вызвали бурю восторга на трибунах. Поддержка шквалом прокатилась по залу. Гол забил номер 19, Смирнов. А вот закончился первый тайм уже не в пользу новоуренгойской команды. Дина вышла вперед, укрепив свою позицию. Счет 1-2. Второй тайм оказался для северян еще сложнее. Практически в самом начале периода им закатили еще два мяча. Счет стал более неутешительным – 1-4. В середине второго тайма у северян затеплилась надежда. После упорной борьбы ямальцы смогли забить второй гол за игру. Радости болельщиков не было предела, вне зависимости от возраста. Как ни старались северяне, больше забить не удалось. А вот москвичи довели счет забитым мячам до 6. Тем самым они поставили точку в первой игре сезона Суперлиги. Счет на момент финального свистка 2-6. По итогам игры состоялась пресс-конференция, где тренеры обеих команд ответили на все интересующие вопросы. Команда старалась, команда выполняла те требования, которые не предъявлялись, выполняла установку. В первом тайме удалось зацепиться за счет, навязать какую-то борьбу. Была даже контр-игра. Были моменты у нас неплохие для того, чтобы, может быть, даже выйти вперед. Следующую игру команде «Имау» предстоит сыграть с питерским клубом «Политех». Пока что статистика северного клуба неутешительна, но остается надеяться, что они еще смогут порадовать красивой игрой как болельщиков, так и любителей мини-футбола.